Социальная служба округа сегодня отмечает свой день рождения. Дата не круглая, но очень значительная – 27 лет. Клинский комитет соцпомощи считается одним из лучших в регионе. За годы работы она объединила 8 соцучреждений и один центр занятости населения. Услуги этой организации получает практически каждый второй житель округа. А в структуре комитета трудится 900 человек. Среди них практически нет случайных людей. Костяк сформировался много лет назад. Это коллектив единомышленников со своими правилами и традициями. Одна из них – ежегодно обновлять доску почета. Илья Воронов, хоть и относительно новый руководитель местной соцслужбы, но прижившихся правил не отменяет. И поддерживает. Работа эмоционально очень тяжелая. Нам приходится работать с такой категорией населения, которым необходима наша забота, наша поддержка, и все проблемы этих людей нам приходится пропускать через себя. Поэтому, правда, терпение, сил вам, спасибо за все, за то, что вы делаете. Помимо существующих обязанностей, коллектив успешно выполняет важный правительственный проект «Долголетие в Подмосковье». Сегодня он объединил почти 2000 клинских ветеранов.